привет! Баба Вера, как всегда, с вами. Надо подготовиться. Сегодня мне уже давно скидывают. Посмотри, маяки. Многие высказывают, что давно, долго пишут, не смотрела. Ну, вы знаете, бабушка. О, наверное, скидочки надо на мой возраст сделать. Или не надо. Или шевелиться быстрее. Не получается. Иногда просто не получается. Бабушка, одним словом. Хотя, когда внуки заведут другой раз, бесюсь вместе с ними по полной. Да, не верите? Да, бывает. Так что, сегодня будем премьеру клипа «Маяки». Когда она была? Ну, долго писали. Не первый раз. Уже не помню. Так что, давайте посмотрим просто. Поехали. Ой-ой-ой. Thank you.
ты мой, какой клип, очень такой глубокий, такой, знаете, с таким глубоким смыслом. А девчушка это так танцевала, да? Вам понравилось? Вот она как бы вжилась в песню и оттанцевала по полной. Молодец, молодец. Такой маленький мир, да. И эти два лучика света, вот одна спела, вторая станцевала, освещает этот мир. О. И эту разгоняет эту темноту. Так поняла или не так, что замусорили этот весь мир. О, весь утопает в грязи, а он такой маленький, его надо беречь, уважать. Молодец, молодец, Катя, молодец. Показала, что творится вокруг, вся эта грязь, весь этот мусор, что надо все-таки убирать. Смотрите, сколько сейчас всяких движений началось, что надо наводить чистоту, волонтеры эти всякие, объявляют субботники, выходят на природу, убирают. Хотя говорят, чисто там, где нигде убирают, а где не мусорят. Попробуйте за каждым уборщика послать. А вот если не мусорить, тогда будет чистота вокруг. А так выйдешь на эту природу и смотришь, и травка зеленеет, так кругом цветочки, бух, и тут куча мусора. Нет, чтобы убрать куда-то, уничтожить этот мусор. Они вывезли, вывалили в эту красоту всю, и все. Вот так мы и живем. Так что запомните, чисто там, где не мусорят. И давайте включимся в эту борьбу. И поможем нашей природе выжить и расцвести в этом мире. Вы не против? Да, и я тоже. Пока-пока. До новых встреч. Need